Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Cat Quest. Ну что же, давайте начнем, и как раз у нас здесь есть очередное задание. Так, и называется оно «Подношение» на 45-й уровень. Теперь, когда алтарь готов, нам нужны подношения для великого Мауфа, Царап. Так как насчет подношения для Мауфа? Мне кажется, я слышал его глаз. Но чтобы обратиться с молитвой, мне нужны достойные подношения. Богу самое лучшее, например, пару морских змей. Тебе повезло, что ты научился ходить по воде. Подношение, дополнительное задание. Но прежде чем, ребята, его делать, я слетаю, как вы меня и просили, на тот кустик нулевого уровня. По вашим словам, я там пропустил определенное оружие. Поэтому я вам обещал это перепройти, да и самому интересно посмотреть, что же там такое. Поэтому направляемся именно туда. Так, где у нас? Ага, я знаю, что вроде бы он находится у нас с левой стороны, если я не ошибаюсь. Давайте-ка вот так мы с вами облетим. Возьмем это оружие, а потом уже будем делать квест на подношение. Я думаю, так будет справедливо, да и лучше будет всем. Вот он, этот кустик, значит, да? Ну, давайте посмотрим, где я тут и что неправильно сделал. Насколько я помню, здесь врагов нету, только лишь ловушки. Точнее, враги есть, но они, как вы говорите, невидимые, и они ставят эти ловушки. Ладно, будем делать с вами по-умному. Как вы сказали, надо переждать, она исчезнет, и потом можно будет бежать. Так, ой-ой-ой, а я так не успею, ребят, по-моему, да? Побежали. Ой, елки ты палки, да ладно. Черт подери, сколько у меня хп это отняло все. Так, ладно, фиг с этими монетками. Ну, эту мы точно с вами сейчас переждем, она исчезнет. Вот так вот. В принципе, все легко и просто. Дожидаемся, она исчезает, быстренько пробегаем. Да, такой вариант меня больше устраивает, чем когда я ломился туда напролет. Но я думал, что они не исчезают, если честно. Поэтому и ломился. Ну давай, все, хорош. Так, а здесь у нас сундук. Ну давайте его вальнем. Так, для красоты, чтобы не мешался здесь никто. Угу, добиваем. Отлично. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть экспы получил. Да, это очень много для меня. Так, хорош уже баловать. Пробегаем. Так, и вроде бы как все. Вот здесь у нас был сундук. Я его взял в первый раз, когда сюда заходил. Где-то вы сказали, там должен быть шарик с опытом. А, вижу, вот он. И идти прямо, да? Смотрите-ка, действительно. А я этого не знал. Ну и что нам здесь достается? Ого. Джентлбро костюм. А здесь меч. Кованый клинок. Так, ну а в этом сундучке? Посох белого мага. Я не понял, а где, ребята, еще-то у нас тут? Ага, вот, у нас еще сундучок здесь. Так, погоди-ка. Мне, наверное, нужно подбежать. Опачки, не понял юмора. А если мы попробуем оббежать его? Так, тихо, не буяним. Я не понял, в чем прикол-то? Сундук не могу открыть, офигеть уже можно. Ах ты, елки-палки, это, оказывается, враг там был. Невидимый. И... нам достается с вами воля первого уровня, 333 атаки. Вот про это, ребята, вы, наверное, мне говорили. Спасибо всем большое, кто дал мне эту подсказочку. Так, давайте-ка мы сразу же его оденем. Он даже никак не помечен, ребят. Просто, просто ничего. А он хоть... ага, вот. Ясно. Ладно. 333 атаки, это очень даже хорошо, я вам скажу. Ну, а теперь мы можем смело уже лететь и делать квест, который называется у нас «Подношение». Так.
Все-таки хорошо, что мы умеем летать, да, согласитесь. А так бы я представляю, сколько бы я до туда бежал бы, потом еще обратно. Ух, времени бы сколько у меня это все отняло. А так мы просто-напросто летим себе напрямки через воду, через горы, через всю эту хрень. Так, ну что же, подлетаем. Видимо, где-то здесь у нас... А, на воде. Да, ребята, нам нужно завалить здесь змей. Знаешь, я не так-то много помню о своем прошлом. Как думаешь, может, я знал кого-то из кота-богов? И в сам задумке. Ой, вижу змею. Вот как раз-то она нам и нужна. О, да она ватная. Одной мало, нужно еще поискать. А нам стрелочки показывают. А ну-ка, иди сюда, рыбка. Фу, вообще на удар. 510 дамага наношу. Замечательно это просто, ребята. Ух, для меня сейчас все тут ватные будут. Думаю, хватит. Поскакали обратно. Ну что же, поскакали обратно. Точнее, полетели. Сейчас мы отдадим это подношение этому царапу. Вот, держи своих змей. Мурликолепно. У меня хорошее предчувствие. Если у меня получится обратиться к божеству, я дам тебе знать. Вот, возьми. Доспех рыцаря мы получаем с вами 52 уровня. И получаем 61 уровень. Так, опять доска у нас активна, ребята. Так, давайте-ка посмотрим с вами здесь что-нибудь получше, чем на нас одето. Но пока ничего хорошего не вижу, ребят. Так. Во! Вот давайте вот этот костюмчик мы с вами оденем. Он очень шикарно смотрится на нас. Мы прям деловой котик в шляпе самурая и с невидимым мечом. Так, молитва. 50 уровень. Созываю всех почитателей Мауфа. Час близок, царап. Хорошо. Пришел срок призвать Мауфа. Приключенцы, мы ждем вас. Веруете ли вы? Хм. Ну так, краем когтя. А ты, партнер? А я в сомнениях. Нет, так дело не пойдет. Встретить Мауфа могут только стойкие в вере. Придумал. Отправляйтесь к тем монументам и проникнитесь учением Мауфа. И мы получаем дополнительное задание учения Мауфа. Хорошо, давайте сходим. А, вот они, монументы эти. Мяу, я никогда не замечал, но тут внизу есть еще надписи. Мауф, первый кот, кто заговорил и тем навсегда изменил кошачью жизнь. То было чудо. Я знал, в прошлом кошки были такие дикие звери. Они не могли говорить и только мяукали. Хорошо. Так, давайте дальше с вами продвигаться. Мауф научил других котов говорить, и они стали умнее. Этот Мауф – замурчательное божество. Так, дальше полетели. Это нас переубеждает, видимо, в чем-то. У Мауфа было много друзей, но его разум подарил ему и много врагов. Вот так вот. Я смутно вспоминаю, что в прошлом другие коты тоже мне завидовали. Бедный Мауф. Ну а что мы можем сделать? Такова судьба этого Мауфа, видимо, была. Так. Мауф был убит из зависти, но затем его стали почитать как котобога знания. Слушайте, здесь какие-то отголоски Библии. Что? Ужас какой! Какой-то очень грустный конец. Давай просто вернемся. Ну что же, давай вернемся. Так, и что у нас тут будет? Ну что, веруете ли вы теперь, мои мохнатые друзья? Я даже не знаю, что тебе сказать. Да, я чувствую, как дух Мауфа снисходит на меня, как будто я сам там был. А ты, Давакот, веришь ли ты теперь? А я все так же сомневаюсь. Прелестно, добро пожаловать к вере, братья мои мауфиози. Мы скоро начнем ритуал призыва. Присоединяйтесь к нам. Ох, и вот тебе дар в честь вступления. Мантия белого мага мы получаем на 27 уровень. И задание выполнено. Ну, я так понимаю, доска будет активна, да?
Мы продолжаем эту веточку с вами проходить. Котобог Мауф. Задание на 55 уровень. Братья Мауфиози, соберемся у теснины. Там мы воззовем к Мауфу, царап. Хорошо. Почему-то мне кажется, что воззвание не останется без ответа. А мы это сейчас узнаем. Котобог Мауф. Дополнительное задание. Полетели ребятушки смотреть, что это у нас там будет. Интересное такое. Ага. Наконец-то я закончил приготовление. Настал час призова. Мяу. И как мы это будем делать? Идите за мной. Так. Не бойтесь, мы все тут честные мауфиози. Погоди, а что с нами там будет? Ничего, это просто требование для тех, кто ищет свой путь к Мауфу. Поверь мне, я не собираюсь никому причинять вреда. Пожалуйста, встань в тот круг. Поверим тебе на слово, ты же знаешь, на что способен мой напарник. Я думаю, он в курсе. Так, надо вставать. Ого, пентаграммочка тут у нас. Что-то происходит. Опа-на. Я Апиф, убийца Мауфа. Кто осмелился вызвать меня? Божечки-кошечки, это не Мауф. И почему мы не можем вырваться из этого круга? Мауф, это ты? Как такое возможно? Смотрите, он меня обнюхивает. Мауф, это ты? Боги, какой ты жалкий, хотя и миленький. Вы про меня, мистер? Извините, но вы котом ошиблись. Ну, хотя память моя не та, что раньше. Ха, я никогда не забуду выражение твоего лица, когда я прикончил тебя, Мауф. То есть, это ты убил меня? То есть, Мауфа? Видимо, плохо убил, но я исправлю это недоразумение. Так, ага, смотрите, что происходит. Этот щегол решил убить моего Смури, которого он принял почему-то за Мауфа. Не знаю почему. Ладно, давайте ему дадим достойный отпор. Вот так вот. Шикарно. Оп-оп, закрылись. Вот и все, готов огурец. Это еще не конец, Мауф. А по-моему, конец. Слава когтеточки, вы в порядке? Все отправляйтесь по домам. Божечки-кошечки, ты и вправду наш спаситель, сам Мауф? Какого хека, я Смури, дух-хранитель. Мне кажется... Ох, должно быть, я ошибся в ритуале призова. Но Мауф действительно существует. Этот демон тому явное доказательство. Истину глаголишь, я понесу слово Мауфа дальше. Спасибо вам. Мохнатый шлем мы с вами зарабатываем. Эй, как считаешь, мог тот злобный дух сказать правду? Может, я действительно Мауф? Конечно. Да не, бред какой-то. Муха-ха-ха-ха. 62 уровень мы с вами зарабатываем, ребята. Так, ну что же, я, наверное, ребятушки, полечу на задание, которое у нас находится в ледяной пустоши, по-моему, да? Пора бы, наверное, проверить, что там у нас и как. Оружие у нас вроде бы хорошее, броня тоже неплохая. Так, а здесь у нас что, ребят, за задание? Ага, запретная история на 99 уровень, нет. Его мы делать не будем, пока. Ледяная лапа. Драконья пустота. Давайте тогда, наверное, мы с вами сейчас сохранимся. На всякий случай, хрен его знает, что нас там ожидает. Так. Последний приют. Как раз для меня. Ну все, 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 хорош, котик, давай. Давакот. Встаем и летим уже туда со спокойной душой. Ни за что не боясь. Ты где, мяу? Тут так темно. Добро пожаловать в нулевое измерение, мухаха. Скажите мне, мой юный друг, узнаешь ли ты свою сестру, несмотря ни на что? Давай, наверное, вот это вот. Ошибся. Попробую еще раз, мухаха. Так,
Ну, давай опять правую. Опять ошибка. Ну что же ты, не узнаешь свою любимую сестренку? Ну вот она, елки-палки. Опа. Дракот. Прелесть, ты так ничего и не понял, правда? У тебя нет сестры, мухаха. Это все была иллюзия, моя иллюзия. Мне было нужно, чтобы ты стал сильнее, так что я решил дать тебе для этого повод. Дракот, хватит, он понял. Прекрати, Смури, хватит говорить с загадками. Ты свое дело сделал, можешь быть свободен. Не понял я юмора. Извини, напарник, Дракот мой хозяин. Мне было приказано проследить и помочь тебе стать сильнее. Для справки, мне не нравится то, что сейчас с ним происходит. Мухаха, нет, ты посмотри, он просто язык проглотил. И наконец настал тот час, а Элиус будет свободен. Да я не позволю. Дракот, прошу, не надо так. Только кровь, пролитая могучим воином, сможет открыть проход в нулевое измерение. А где найти существо более могущественное, чем обученный Давакот? Ха-ха. Вот ты, значит, что задумал, а, Охламон? Какой-то ватный, ха-ха, неплохо. А теперь нас ждет настоящий бой. О, елки-палки. Ну, если вы такие же ватные. Ух. Сейчас я вас порву, это называется настоящий, ребята, бой. Хе-хе-хе. Насмешил меня. Блин, смотри-ка, он еще там стоит. Что на этот раз? Мяу, откуда у тебя такая сила? Дракот, прекрати. Нет, Элиус обещал, что всегда будет с нами. Я заставлю его сдержать обещание. Ох, ядрить тебя на корень. Слушай, Дракот, а ты не слишком ли велик? Я, ребят, не могу понять, я вообще хоть двигаюсь куда-нибудь или нет? Так. Слушайте, я... Ну, должен, ребята, его накумарить, потому что уже, смотрите, отнял сколько-то житух. Так, заморозил меня, гаденыш. Ау, он еще и шипы тут выставляет, гад. Но все равно мы так просто не сдадимся. Так, тихо-тихо, не попадаем под магию. Пора. Ой, нет, вот сейчас пора. Черт, я боюсь этого удара у него ближнего, блин. Да что ж такое-то? Ладно, бьем, ребята. Агрх, пыши. Нет, не может быть. Что не может быть? А по-моему все... Да что ты опять, он живой там стоит, а? Вот гаденыш какой, а? Что на этот раз он выдумает? Ну? Грр, получай. Виверна? Мяу, я много веков искал другого Давакота, равного мне по силе. Ну, видимо, ты нашел. Так, что дальше? Все, твое путешествие в поисках сестры. Все это я придумал. Дракот, умоляю, остановись. Нет уж, Смури. Я тоже сильный Давакот. Неважно, кто из нас победит, нулевое измерение будет открыто. А Аэлиус обретет свободу. Ну все, гад. Ай-яй-яй, нет у меня. Ну-ка. Да это чё ж? Арр. Ну что опять? Ха-ха-ха. Элиус, друг мой, скоро ты будешь свободен. Дракот, нет! Нулевое измерение открывается. Беги! Куда бежать? А, вон, туда надо бежать. Щемим, щемим. Так-так-так, успею, нет? Нет, барьер! Опа! А Элиус? Опачки! Поверить не могу, мы это сделали! Кто бы ни был заключен в нулевом измерении, теперь он свободен. Я не надеюсь, что ты меня простишь, но... Может, все-таки... Это самые добрые слова, которые я когда-либо слышал. Ладно, напарник, вместе до конца.
нас ждет новое приключение. 63 уровень, ребята, я получаю. И задание выполнено. Так, и что же нам делать дальше? Не может быть, дракот? Опачки. Не бойся, я всего лишь двойник, которого создал дракот. Дракот хотел, чтобы вы знали правду, если он потерпит поражение. Прощай и спасибо. Опа-на, а куда нам? Эпилог. Основное задание. Это логово дракота. Я бывал тут однажды. Так, монетки, монетки мои. Все эти книги посвящены нулевому измерению. И тут еще персональные заметки. Нет мне прощения за то, что я собираюсь совершить. Но я готов на все, чтобы освободить Аэлиуса, даже стать злодеем. Это дракот написал, когда узнал о тебе. Я обязан ему жизнью, так что он заставил меня помогать ему. Прости, напарник. А это что? Это, наверное, когда дракот похитил. У него на прикроватном столике фото. Я никогда тебя не оставлю, Аэлиус. Кошки никогда не забывают друзей. Надеюсь, теперь он обретет покой. Но в нулевом измерении содержатся самые коварные злодеи. Надеюсь, никому из них не удалось улизнуть. Прощай, дракот. И? С дракотом покончено, но есть еще кошки, которым нужна наша помощь. Нас ждет новое приключение. Задание выполнено. Открыт мяу-режим. Теперь вы можете выбрать мяу-режим в главном меню. Ну что же, ребята, вот так вот, я понимаю, мы и прошли с вами эту замечательную, удивительную, хорошую, милую игру, которая называлась Cat Quest. Ну а на этом я буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. И мы увидимся уже с вами в новых видосиках. А на этом все. Всем пока и спасибо, что были со мной. Удачи, до скорых встреч.